Вот смотрите, видите, подогнали как. Держи, нажимай. Вот. Это благодаря, знаешь чего? Вот этой вот стамески. Это у хозяина дедушка с каторги привез. И вот я ему, благодаря ей мы эту часть сделали. У нас есть, но не такая. Сталь хорош. Ну давай покажем, что здесь вот за ней будет. За ней тут красота. Красота. Этот сувельстый идет крученое дерево. Идет под 30 градусов. Сейчас отгрунтуем ПВА, ночь посохнет, корочкой накрыто покроется, и будем уже монтировать. Будем не на пену, а на клей. На клей. Можешь показать, где клей. Вот он клей. Давай сюда. Так, монтаж MR90. Вот. Чем больше эта цифра, тем лучше. На квадратный метр 90 килограмм держит. Так. Вот и все. Здесь на заводскую обналичка ляжет. А здесь, значит, это уже заводская. С той стороны еще поклеваться будет. Вот так. В принципе, вот тут вот миллиметр два бы я еще утопил бы. Подожди. Ну, сейчас. Вот видишь? Угу. Нет. Нет, не слепо рад. Сейчас будем подгонять. Вот уже поменьше чуть-чуть. Сейчас подгоним. Отпижирим ацетоном. Здесь вот уже прошли мы ацетончиком. А каким ацетоном? Вот, ребят, смотрите, что удобно. Это же состав ацетона. Промывка для пены. Поставила. Надолго хватает. На одноразовый пистолет, который многоразовый. Лучше, чем за 1000 я покупал. Чем не тоньше слой, лучше держит клей. Да, вот клинчики, клинчики у нас снизу, клинчики. Держится? Клеили, сейчас будем боковушку делать. Слои толстые, будем делать. В середине вообще прям надо много. Точный будет. Так, о, да. Здесь поменьше, да? Да. Раз. Чурка идет на всю дверь.
Вот и все. Прям чувствуется, что прям вязко там все. Да. Ну, чё-чё, вот как в рекламе. Момент монтаж. Приклеил и забыл. Вот первый раз в жизни не соврали. Сволочь. Все, смотрите. Зазорчик есть. Стоило просто постараться. Так, здесь маленько утопить надо. Ребят, когда будете дизлайки ставить, то пишите именно за что, чтобы я знал. А то херачите, а объяснить никто не может. Или просто от нечего делать, может быть. Просто напишите, почему. Как этот хрен не стал, крути спиннер. Да. А вот тут, пап, смотри, надо оттаскивать вот зазорчик. Вот. Сейчас это все, вот этот вырублю. Что-нибудь одно сделаю. Ну, вообще красиво. Подожди. А я... А, вот она, да? Она здесь выгнана, да? Не, она уже все. Так, ребята, стояла дверь вот такая, только была глухая. Между делом, ребята, закончил я красить. Так, в общем, здесь всего три слоя. Первый слой — это грунт, второй слой — это краска, и третий слой — это опять краска. И тогда все получается вот так. Все супер. Еще раз смотрим, что за грунт. Грунтовка вот такая. Краска у нас вот такая. Итак, друзья, монтаж окончен. Вот получилось все так примерно. Дверь закрывается. Все чин-чинарем. Так, здесь зазор хороший. Осталось мне что сделать. Я вот вчера начал клеем забивать здесь. Он офигенно засох, прям классный клей. Вот, нужно мне до конца забить клеем вот этот вот зазорчик, эту яму. И потом только вот сюда я буду наваливать шпатлевку. Сюда нужно мне завалить клея побольше. Тут уже на ноль выходит у меня. Так, здесь ничего не нужно. Потом забью вот в эти щели и начну шпаклевать. Тут вот думаю, может просто клеем забить и уплотнитель приклеить. Он как раз вровень ляжет здесь вот. В принципе, может так, чтобы шпатлю сюда не накидывать, а сюда такой широкий уплотнитель закинуть. Не знаю пока. Итак, смотрим. Вот здесь у меня клей полностью. Шпатлевку накидывать я тут не стал, потому что слой слишком толстый. Она вся потрескается. Там вот столько вот местами. Ну и нафиг. Я просто в ноль здесь сделал шпатлей. Клеем. Потом, если нужно, шпатлевкой я пройдусь тонким слоем. Теперь я забил все щели клеем. И пройдусь шпатлевкой. Так, что касаемо этой двери. Здесь мы такой эксперимент сделали, но он будет удачный, и это точно. Вместо шпатлевки набили клей. Сначала я наклеил сетку, потом клей и еще раз сетку. И вот так вот все получается.
все засохнет, окаменеет, и можно будет уже устанавливать петли. Это здесь я ничего не могу пока грунтовать. То есть сейчас только. Да. Вон слой какой, слоёры. Вот здесь отгрунтую. И ничего сюда не подложить. Тут все кручено, тут все вот так вот раком. Только закидывать. Итак, друзья, смотрите, это шпаклевка вторым слоем. Вот так она выглядит. А вот шпаклевка чуть ниже. Тут один слой. Смотрите, как все выглядит. Вот так что все слои нужно соблюдать. И одним слоем здесь ничего не сделаете. Вот здесь вот, ну, не идеал, но близко уже к этому. Все ошкурю потом, грунтом покрою, и будет вообще прям классно. Вот тут надо только подзакинуть, вот тут вон клей подтянул шпаклевку, и получилась трещинка. Так. Здесь у нас все высохло, камень. Тут вот отец вот петли монтирует, бабочки. И здесь у нас тоже все высохло. Это первый слой. Ну а тут еще все в процессе. Вот так, друзья, все слои шпаклевки здесь есть. Так, местами 2, местами 3. Теперь нужно все это вышкуривать. Сначала я прохожу угол вот такой шкуркой. Вот, вот тут вот, например. Всякие наплывчики убираю, чтобы угол появился, чтобы не было вот этого всего. Потом беру вот такую шкурку и вот прохожу здесь, вышкуриваю. Ну, конечно, в идеал ничего тут делать я не буду, как машину, например. Но получается вот так вот, очень все гладко. Вот, например, смотрите, здесь вот шероховатость есть. Мелкой шкуркой ее не убрать. Сначала крупной. Все, ступеньки я убрал. Потом мелкой, чтобы поверхность была без задиров. И все. Еще почухать, и будет все классно. Так, что по дверям? Так, эта дверь практически готова. Только осталось ее дошпаклевать и покрасить. Так. Это в процессе, но осталось только ее навесить. И вот тут вот мне все отшпаклевать. Она тут не проходила. Здесь тоже не проходило. Низ двери мы пилили.